Я пришел к Сократу. Алексиос! Ты меня знаешь? Разумеется. Сократ все время говорит о тебе. А кто ты? Его жена, разумеется, Ксантипа. Сократ не говорил мне, что женат. Хм, я так и знала. Он молчит только когда ест. Но упомянуть меня не удосужился. Так где же Сократ? Я получил записку с приглашением. Я бы тоже хотела это знать. Вчера он ушел на симпосии и с тех пор не возвращался. Можно начать поиски оттуда. Я как раз собиралась пойти туда. Составь мне компанию. Давно вы с Сократом поженились? Довольно давно. А за что ты любишь своего мужа? Не скажу, что это любовь. Он бывает невыносимым. Кто бы мог подумать? И все же оно того стоит. У него блестящий ум. А еще он хорош в постели. Не хочу себе это представлять. Видимо, поэтому Алкивиад так очарован им. Не упоминай его при мне. Вечно приходит пьяным, дарит Сократу огромные пироги. Я не знал. Ничего. Сюда! Ксантипа! В чем дело? Сократ, они его увели. Сказали, что берут по стражу. За что? Не представляю. Мы просто беседовали после симпосия. Можешь спросить его сам. Только там стража. Это к юго-востоку. Вот глупец. Я знала, что когда-нибудь это случится. Я найду его. Он сам виноват. Лучше пусть все идет своим чередом. Не верится, что Сократа взяли под стражу. Нужно выяснить, что произошло. Если меня тут заметят, будет плохо. Алексиос, что ты здесь делаешь? Это я должен спросить. Ну, я здесь сижу. Но мне интересно, как ты прошел. Стража тебя пустила? Мы с тобой уже давно знакомы. Ты знаешь, как я прошел. Ты показал мне, что без клинка иногда не обойтись. Но не думаю, что сейчас был тот случай. Я беспокоился за тебя. Я ценю твою заботу, но если бы ты чуть-чуть подождал, меня бы судили, а потом освободили бы. Тебя не будут судить, мы с тобой уйдем отсюда. Я тебя понимаю, но зачем бежать, если это только подтвердит мою вину? Нет, признаться, я жду суда с нетерпением.
если тебя признают виновным и сурово накажут? Этого не будет. Я смогу их убедить. Вот увидишь. За что тебя схватили? Не имею представления. Тебя это не тревожит? Иногда понимание приходит позже, чем нам хотелось бы. Что более важно, у меня теперь есть время поразмыслить. Над чем? Я ходил к Пифии. Она сказала, что мудрее меня нет никого. Это так любопытно, что не идет у меня из головы. Сократ, но ведь Пифия... Неважно, что ты о ней думаешь. Я должен проникнуть не только в смысл ее слов, но и внутрь себя. Я ничего не знаю, как я могу зваться мудрым? И при чем здесь заключение под стражу? Мое время здесь и этот суд могут помочь мне найти ответ. Я не пропаду, поверь. Мы с тобой давно знакомы. Верно. Как считаешь, мы друзья? Да. А друзья говорят друг другу все важное, так ведь? Да. Так почему я не знал, что ты женат? Я... Следовательно... Либо мы не друзья, либо друзья ничего не рассказывают друг другу. Так что же? Я часто думал, много ли ты вынес для себя из наших бесед, и теперь знаю ответ. Ты делал что-нибудь противозаконное? Если выражать свое мнение незаконно, то, видимо, да. В будущем тебе лучше быть осмотрительнее. Ты рискуешь всякий раз, когда обнажаешь клинок. Мое оружие — это мой язык, и я тоже готов отвечать за последствия, когда пользуюсь им. Раз ты не хочешь идти со мной, я пойду к Пифии. Это не обязательно. Спрошу о том, что она сказала. Ты не пойдешь на суд, даже если думаешь, что тебя оправдают. А, Алексиус, ты... Вернусь, как только все узнаю.